В Белоруссии задержали Сергея Кабалова. Предприниматель из Саратова еще в январе устроил пьяный дебош на борту самолета, летевшего в Египет. Где он все это время находился, было неизвестно. Россиянина объявили в международный розыск, когда в отношении Кабалова возбудили уголовное дело по статье «Покушение на угон воздушного судна». Управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу подготовлены необходимые документы, подтверждающие факт нахождения господина Кабалова в розыске, для передачи их белорусской стороне, чтобы та, в свою очередь, начала процесс составления документов, необходимых для экстрадиции.